Ну-ка, не одолжишь? Спасибо. Ди, твоя любимица. Ох, я в нее уже давно не играю. Сегодня я расскажу сказку о медведице Криспи. Давным-давно эта маленькая медведица была жива. Она была жива, потому что слушалась папу, делала все по правилам и жила в темноте и ужасе. И потому была счастлива. Но у Криспи был один жуткий недостаток. Она была крайне любознательна. Ой, бабушка! Да, однажды она сидела на дереве, и вдруг ей захотелось залезть на его верхушку. И стоило ей туда забраться, как она увидела что-то новое и умерла. Вот так сразу? Да. Последняя гримаса ужаса застыла на ее любопытной морде. Тот же конец, что и всегда. Я понял, пап. Я никогда не буду делать ничего нового. Вот и молодец. Ладно, все точим зубы и укладываемся штабелем. Отвали!